25 июня избирательные участки Искитима откроются для голосования по одобрению внесения поправок в Конституцию Российской Федерации. Они находятся на привычных местах, там, куда люди обычно ходят на выборы. Голосование будет идти 6 дней, включая 1 июля. С собой нужно иметь только паспорт. Все необходимое для соблюдения санитарных правил и процедуры голосования на участке имеется. Участник голосования приходит на участок, да, ему выдают, измеряют температуру, то есть он проходит температурный контроль, получает масочку, получает перчатки, разовую ручку, да, обрабатывает руки, вот, подходит к члену участковой избирательной комиссии, показывает свой на расстоянии 1,5 метра, не менее, показывает паспорт, да, расписывается в списке, получает бюллетени, голосует. Также будет организовано голосование на придомовых территориях, на предприятиях для участников, которые подали заявление по месту пребывания. Таких заявлений оформлено 446.